Казахстане предлагают создать ассоциацию профессиональных юристов и адвокатов. По мнению инициаторов Международного совета при Верховном суде, это позволит усилить профессиональную ответственность специалистов, оказывающих юридическую помощь. Эксперты также считают необходимым установить на законодательном уровне единые высокие стандарты профессии. За основу берется международный опыт. Как отметили разработчики концепции регулирования юридической деятельности, на все адвокаты хотят быть регламентированы, предпочитая оставаться в так называемом свободном плавании. Мы видим сейчас, например, что адвокаты могут позволить себе критиковать суды в средствах массовой информации, говорить, что суды непрофессиональные там, или коррумпированные и все такое, и что все это дискредитирует судебную власть. Мы считаем, что так не должно быть. Мы предлагаем, чтобы представители в суде, адвокаты и суды рассматривали себя как единую структуру, которая призвана выносить обоснованные законные решения. Международный совет при Верховном суде был создан в прошлом году. Рекомендации, озвученные экспертами из разных стран, в дальнейшем направляют в заинтересованные госорганы. Работа Международного совета позволяет сконцентрировать внимание ведущих экспертов из ведущих стран мира на основных вопросах правоприменения, которые актуальны не только для Казахстана, но и для многих стран и постсоветского пространства, многих стран Европы и других государств.